терпеть не могу две вещи: бегать и иметь дело с монстрами. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халге, вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что, друзья, мы продолжаем проходить Minecraft Story Mode. Совсем недавно вышел третий эпизод, и я сразу же готов к нему приступить. Надеюсь, нас порадует он и будет чуть длиннее, чем предыдущий, потому что второй эпизод был, ну, прям коротенький-коротенький. Давайте, чтобы долго, так сказать, не тянуть, на счет три. Раз... 2-3. За ваше здоровье. И, друзья, поехали. Эпизод называется «Да где же оно?» В предыдущих сериях Minecraft Story Mode. Говорят, что каждая утрата, каждое испытание... Лукас! И каждая неудача могут пойти на пользу. Когда уходят прославленные герои, в своем окружении мы находим новых друзей. Когда мы сталкиваемся с гнетущими невзгодами, мы находим способ не ударить в грязь лицом. И раз уж на наших новоявленных искателей приключений легла задача спасти мир от надвигающейся бури, они сведут вместе самых смелых и самых мудрых, чтобы остановить ее. Но поиски последнего, самого скрытного из членов Ордена Камня, окажутся куда опаснее, чем можно себе представить. Кто-то предпочел бы, чтобы история наших героев на этом и завершилась. И дверь к подвигам закрылась бы для них навсегда. Но с дверями всегда так. Закрывается одна, открывается другая. Нет! Остановите его! Ты за это заплатишь! Осторожно! Все, нас отпустило. Все целы? Чего я только не пережил. Приземление было не ахти, Аксель. В основном ему пришлось приземлиться на меня. Или на лицо. Нам надо найти Сорена. Да. I still can't figure out how Ivor made the door close. Maybe we should focus more on how it opens. That's basically what I said. Guys, sure. Maybe it was a pressure plate. Are you? Ты в порядке? Why are you? Зачем? Зачем ты спрашиваешь? Just checking up on you. Так, на всякий случай. Everything's fine. Все хорошо. Все нормально. Are you? Ты. Погоди. Wait, are ты you... что? Ты. Are you? Посмотри. Не хочу тебя тревожить, но я и сама уже разнервничалась. Нужно рассказать остальным. Это касается только меня. Ну нет, мы одна команда, они все имеют право знать. Может быть. Ладно, я расскажу им как-нибудь. Придется. Это может посеять панику. А на это сейчас... Нам это сейчас ни к чему. Если зайдет слишком далеко, тогда я всем расскажу. Но предоставь это мне. Эй, народ, у меня идея. Окей. Хорошо.
Магнус, на помощь! Ладно, но у меня есть еще одна идея. Будешь звать Эльгард? Нет, больше не буду. Они вернутся. Они не вернутся. И мы понятия не имеем, где они. Они бы нас не бросили, даже если бы захотели. Тем более, что у нас есть... Вот это! Камень и кристалла? Не понимаю. Это не то, что я хотел вытащить. Погодите. Вот! А может, тут какая-то неполадка? Дай посмотрим. У тебя какие-то проблемы? Хочу посмотреть. Для этого не обязательно его трогать. Но ведь у тебя оно не работает. Нормально все работает. Сорен! Найди его, Джесси. Может, он сумеет нам помочь. Так. И нам надо ориентироваться. Следуй за белым сиянием. Так, здесь ничего нет. А я могу что-нибудь осмотреть? Нет, не могу. Окей. Идем. Так. Ага. Он под землей. Вот нужное место. Должно быть. Может быть. Точно, вот оно. Готовьтесь, будем копать. Копать? Кто знает, насколько глубоко. Так мы много не накопаем. Давайте сарказм. Да, твоя правда. Лучше просто сидеть и распевать песенки, и первой будет называться «Как мы сдались на пути к финишу». Из-за Лукаса. Поднимите руки те, у кого есть пара рабочих рук. Да о чем ты? Засучим рукава! Ну что ж, тогда за дело? Вот и так в реальной жизни, друзья. Взял и разобрался спокойно руками все. Да мы быстры, блин. А почему мы только одни? Я не пойму, почему никто не помогает. Все путем? Тут дыра. Значит, все путем. Сейчас выясню. Нет, амулет я не брошу. По-моему, неплохо. Темновато, правда, но в остальном ничего. Вниз! Не смотри вверх. Мне надо собраться с духом. Стой! Обязательно было сейчас это говорить? Что-то не так. Летучие мыши! Чего? Давай, отмахивайся от них. Я его тронул, он тронул меня. Что-то там непонятно. Ладно, теперь безопасно. Все целы? Я подскользнулась. Что это за запах? Память летучих мышей. Аксель так и делает. Эй! Пошли отсюда. Окей, будем надеяться, что мы найдем этого героя. Держись рядом, дружок. Да, главное свинку не потерять. И протекает все потихонечку. Ох, наконец-то нам дали походить. Так. Ух ты! Ничего себе тут! Ух ты! Нужно выбираться отсюда! Что? Нужно выбираться отсюда!
Мы же только что сюда пришли! Ты не понимаешь? Это дробитель! Это дробитель! They're meant to kill monsters. Trouble is, they can't tell the difference between monsters and people. What's a grinder? Откуда тут взялся дробитель? Not just any. Это не простой дробитель, а какой-то уж очень необычный. It has to be. Наверное, работа Сорена. Ой, дайте угадаю, нам придется прыгать туда, да? Сейчас мы какую-нибудь жуткую тварь тут встретим. Конечно же. Creepers. Криперы! Давайте! Один на один! Только я и Крипер! Все! Пригнуться? По-моему, это даже хорошо, да? Вот он внизу. Хватай! Понятно. Я ухватил, но оказывается мы хватали не амулет вот этот вот, а нас. Неужели это? Амулет, да. Стой! Ты что, хочешь прыгнуть? You're going to jump, aren't you? Just... Главное сделать кувырок. Я надеюсь, ноги не сломаем квадратные. А, все нормально, без кувырка обречем. Непонятно зачем-то. О, круто! Ну и вот, друзья, так начинается эпизод. Сразу с драйва. Этот мой. Хопа! Зашибись! Minecraft Story Mode. Эпизод 3. Просто жесть. Это просто трешняк. Мы в самом пекле просто. Ничего, чего ты боишься? Ты ж такой здоровяк. Ему, конечно, тоже надо мечару достать или что-нибудь такое. Джесси, пригнись! Отлично сработано. Кто хочет еще? Еще хочешь получить? Он разворачивался и думал, что он танцует. Джесси! Ох ты! Осторожно! Клевое начало эпизода. Эй, черепоголовый, я к тебе обращаюсь. Всегда, пожалуйста, Джесси! Ну прям крутяк! Это с пауками справляется! Хай-я! Ого, нифига себе, пауки! Я это обосрался. Рубин, подожди! Там что-то огромное, что ли? А, нет, все. Свинка, держись! Джесси, беги, бегись! Ой! Так, отлично. Успел. О, это было больно. Амулет, вон там! Так, недалеко, кстати говоря, осталось.
Или далеко. Нет, 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 нет. Жесть. А, помогите, Рубан Аксель. А, Рубан Аксель. Амулет, Рубан Аксель. Амулет, Рубан Аксель. Рубан Аксель. Они сами справятся. А как же амулет? Ты возьми его. Я иду, Рубен. Прочь от моего поросенка. Есть. Джесси, сзади. Да. Я на нем, что ли? О, боже. А почему до этого туда падали криперы, и она не разрушалась? Как странно. Не-не-не, меня душит паук под водой. Его бы убить. А, все его засосало. Нет-нет-нет, Рубан! Свинка моя! И окей, нас всех засосало. Причем в разные места. А, свинка со мной, отлично. А это ресурсы, сразу которые выпадают с них, видите, поставляются куда-то. Просто офигеть тут технология. Эй, народ, а где Аксель? Я могу поклясться, что он шел за мной. Опа! Я так и знал, что он снова на него. Нет, нет, не волнуйся, я в полном порядке. Зачем? Ох ты, елы-палы, извини. Я знал, что ты за нами придешь, знал! А Рубен сомневался. Я твой должник. И как только у меня будет возможность отплатить тебе, ничего ты мне не должен. Ты не такой, как все, Джесси. Ты особенный. Стоп. Здесь сортируются все трофеи, верно? Да, так и есть. Видите, дела начинают принимать новый оборот. Это было здорово, то, что ты сделал. Пока мы держимся вместе, все будет хорошо. Спасибо, Петра. Для меня это многое значит. Все смотрят на тебя, как на героя или что такое, да? Ну, может быть, и не все. Или как на плохого чувака. Похоже, снова работает. Я буду с ним очень осторожен. Слушай, спасибо, что подобрал его. Не стоит благодарности. Подойди-ка. Он рядом. Сорен где-то рядом. Он должен быть где-то в этой стороне. Смотри, как он сияет. Молодец, ты сломал его. Похоже, это снова дробитель. С трофеями? Скорей, скорей, скорей! Тормоз долбанный. Свинка быстрее всех убегает. О, отлично. Походу, один скелет за нас. Не останавливайтесь! Сколько махать и сколько экшена! Аксель, берегись! Вот тебе урод! А, тоже хочешь получить? Я сейчас, дружище! Ну все, с меня хватит! Вот тебе! Получи, паук! Терпеть не могу две вещи, и бегать и иметь дело с монстрами! Вот черт, портал края?
Это выход. Постой, что? Это, смотри! О нет! Петра! Прочь от них! От нее! Вот вам монстры! Кажется, я неплохо набил руку. Вставай, дорогая. Все, бежим уже. Вперед! Да-да, вперед! Прыгай! Вау! Это иссушители или как? Нет, не иссушители, а другие чуваки. Ну, в общем, это что-то какое-то нехорошее. Короче, мы какой-то задницы, ребят. Я надеюсь, все появятся в одном месте. Ого! Да, все в одном. Ну, отлично. Все лучше и лучше. Где Аксель? Он шел за мной. Ха-ха-ха, я так и знал, так и знал. Ха, видишь, я же говорил, что верну тебе долг. Слезь. Вот черт. Тебе больно? Что? Неправда, смотри! Оу. Прячьтесь! На них типа смотреть нельзя? Ну и как это называется? Толпа странников края? Свора странников края? Называй как хочешь. Главное, не смотри на них, и все будет нормально. Да. Давайте отложим урок неправильной речи на потом. В каком направлении идти, Джесси? Такие штуки не действуют в Нижнем мире. А может, и в краю тоже. Отлично, сначала в ловушку угодили, теперь заблудились. Как он меня задолбал, он постоянно ноет, дебил. Я стараюсь как могу. Я в этом не сомневаюсь, Джесси. Но твоих сторонников может быть недостаточно. Иначе, ну хватит. Признайся, Джесси, мы, может быть, никогда не найдем этого парня. Вот и он. Куда он направляется? Есть лишь один способ выяснить. Нужно идти. Народ, за мной. Я проведу вас на ту сторону. Не очень хорошая мысль. Джесси прав. А знаете что? Я пойду. Ты ж цикло! Дай мне шанс. Хорошо. Все следуем за Лукасом. И давайте поторопимся. Дадим ему шанс, ладно. Быстрее. Я иду. Ого. Молодец. Отличная работа, Лукас. Спасибо. Взаимно, Джесси. Спасибо, что дал мне шанс. Ну и мы теперь должны подняться наверх. Пошли. Там была еще лестница куда-то наверх, когда он... Ну, другая. То есть не такая лестница, а другая. Надеюсь, в один прекрасный день я полюблю что-нибудь так же сильно, как сон любит свои лестницы. Я надеюсь, он поможет ей излечиться из от этой болезни. Джесси, дай секунду передохнуть. Совсем немножко. Помощь нужна? Нет, я справлюсь, спасибо. А мне кажется, нужна. Правда, все нормально. Ничего, можно идти дальше. Мне кажется, она сейчас упадет в обморок и вообще свалится нафиг отсюда.
Так много ступеней. Тут лестница. Я еще одна. Вот я про нее говорил. Надеюсь, она не длинная. Друзья, а вот здесь мы и остановимся и узнаем, что же это за лестница уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Мне вообще, на самом деле, майнкрафтовская вот эта вот вселенная от Telltale очень понравилась. Очень такая легкая, прикольная, за ней интересно наблюдать. Надеюсь, вам она также нравится. Узнаем, что же за лестница в следующей серии. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки ВКонтакте, вступайте в группу ВКонтакте, группу в Steam. Не забывайте про наш канал на Twitch, там проходят прямые трансляции, и про второй канал на YouTube, где выкладываются их записи. С вами был Сергей Хелл. С вами был Сергей Хелье. Всем самого наилучшего, прекрасного, зашибенного. Все ссылки в описании под видео. Всем пока. Лорд Уайтхилл, мы тоже потеряли людей. Ваши люди убили семью того оруженосца. Вы потеряли свинопасов, а не солдат. Один солдат стоит сотни таких, как они. Где проклятый трус, убивших моих людей? Мне нравятся его смайлики. Я сильно! 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 Сильно!